Кроме крестного хода, сегодня днем в Чебоксарах на Красной площади в честь праздника прошел концерт сводного детского хора «Чувашии» в сопровождении академической симфонической капеллы. Вместе со школьниками на сцену вышли также и народные хоры ветеранов Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. Несколько сотен голосов исполнили знакомые и любимые многими песни. Мы поем детские песни, которые говорят о том, что нужно дружить, нужно любить свою страну родную, патриотические песни. Мы от них получаем заряд молодости, а они от нас пусть получат заряд бодрости, мудрости и практики нашей. А накануне праздника школьники Чебоксар провели необычный флешмоб «Я люблю читать». В назначенный час они собрались возле памятника Ивану Яковлеву у Национальной библиотеки. Главное условие – нужно было прийти со своей книжкой. Суть флешмоба – массовое и дружное чтение. Как говорят организаторы, цель такой акции – привлечь внимание юных горожан к чтению книг, а не только новостной ленты в социальных сетях.